Атомиакропас патчи с лифтинг-эффектом. Атомиакропас. Патчи направлены на тотальное избавление от морщин. Благодаря мелким иглам, которые растворяются в коже, питательные вещества доставляются глубоко в эпидермис. Антивозрастной коктейль питательных компонентов, таких как гиалуроновая кислота, пептиды, которые дают эффект как после инъекции ботокса. Витамин С, который борется с причинами возникновения морщин. Коллаген и экстракт соевых бобов проникает глубоко в кожу, придавая ей тонус и сияние. Удобная упаковка позволяет использовать патчи в любое время. Мы рекомендуем держать патчи не менее 2 часов, а для достижения видимого эффекта вы можете оставить патчи на ночь. Перед применением тщательно очистите и увлажните кожу лица. Сухими руками откройте пластиковую упаковку и выньте патч. Не прикасаясь к микроиглам на патче, аккуратно снимите белую защитную пленку. Прислоните патч к нужной зоне, а затем слегка надавите, чтобы дать микроиглам проникнуть в кожу. Завершите процедуру нанесением уходовой косметики. Утром на следующий день открепите патч и увлажните кожу тонером. Всем добрый день, друзья! Меня зовут Александра Ким. Я бриллиантовый мастер компании «Атоми» из Казахстана, из города Алматы. Я шлю вам пламенный большой привет от всех казахстанцев, всем атомианцам во всем мире. Сегодня в руках у меня флагман компании Atomy под названием Atomy Absolute Cell Active, набор элитной пептидной косметики. Это прорыв, это инновация в индустрии красоты. И сегодня как раз мне предоставилась возможность рассказать вам об этом прекрасном наборе. Сегодня мы с вами рассмотрим, как пользоваться этим набором, кому он подходит и почему так много положительных отзывов во всем мире. Тысячи и тысячи женщин влюблены именно в эту линию косметики. И сегодня давайте мы посмотрим более детально на этот набор и рассмотрим все нюансы по использованию. Набор Atomy Cell Active Absolute состоит из 6 предметов, которые нужно использовать в определенной последовательности, чтобы получить максимально должный эффект от этого набора. В 2 словах мы для начала с вами проговорим, почему же так корейская косметика отличается от европейских брендов, там, где можно обойтись, в принципе, одним тонером и кремом для лица, как привычно многие сейчас пользуются, и почему у корейского подхода такая многоступенчатая. То есть, как вы видите, в наборе Cell Active Absolute целых 6 ступенек, 6 предметов по уходу за кожей лица. И все, поверьте, друзья, неспроста. Первонаперво нужно понять, что у кореянок уход за кожей лица — это целый ритуал и процесс. То есть кореянкам присуще с молодого возраста уделять достаточно большое время для ухода за собой, в частности за кожей лица, потому что на Востоке есть такая мудрость, что лучше предотвратить, чем потом исправлять какие-то изменения. Поверьте, друзья, наука и косметология в том числе не стоят на месте, и сейчас разрабатываются такие косметологические процедуры, которые вы можете проходить уже не выходя из дома и получать действительно видимый и очень-очень классный эффект. И сегодня наша речь идет как раз о наборе Absolute Cell Active. Это инновация, это действительно инновация в сфере красоты, и сегодня мы как раз с вами разберем почему. И, конечно, стоит отметить, что именно набор Atomy Absolute Cell Active получил награду за инновационные технологии. И это высшая награда в индустрии бьюти, в индустрии красоты, которая была присвоена этому набору. В этом наборе применена такая технология, как Cell Active, так и называется наш набор. Это технология, которая позволяет распознавать те участки кожи, где необходим особый уход, и это технология интеллектуальной доставки всех полезных ингредиентов именно в те места, где это необходимо. Именно эта технология
нам позволяет говорить, что косметика от Atomy является умной. И действительно, так оно и есть. Как вы знаете, с возрастом, ближе к 30 годам, количество эластина, количество коллагена, количество гиалуроновой кислоты в нашей коже значительно уменьшается, и после 30 лет практически уже не вырабатывается, и, собственно, поэтому идет процесс старения. И волей-неволей возникают у нас уже возрастные изменения в виде каких-то мимических морщин, каких-то глубоких заломов. Проблемные части лица чаще всего у женщин – это вокруг глаз, это межбровное пространство, лоб и носогубный треугольник, который по-другому называется еще зоной кисета у женщин, ну и у мужчин тоже, конечно. Так вот, друзья, набор Absolute Cell Active направлен на улучшение состояния вашей кожи, которая работает точечно и очень умно на проблемных участках вашей кожи. Как вы знаете, именно в наборе Atomy Absolute Cell Active содержится огромное количество полезных ингредиентов, в том числе и огромное количество растительных вытяжек. Кто знаком с таким природным составляющим, как центелла азиатская, это такая трава, которая была открыта научными сотрудниками в сфере индустрии красоты именно, и было выведено, что эта трава позволяет восстановить вашу кожу. По-другому эта трава называется тигровой травой. Да, научные сотрудники заметили, что после боев, а тигры катаются спиной, но там, где раны, в некой траве, которая помогает именно процессу ранозаживления, то есть регенерации клеток. И вот как раз это оказалось центелла азиатская, и поэтому она, собственно, получила такое второе название, как тигровая трава. В составе именно нашей косметики здесь содержится огромное количество этого экстракта, плюс здесь содержится большое количество гиалуроновой кислоты и коллагена. И чтобы вы знали, есть такое понятие, как низкомолекулярный, да, и высокомолекулярный коллагены и гиалуроновая кислота. Что это значит? Что есть такое понятие, как глубина нашей кожи, да, то есть есть поверхностные слои, есть дерма, то есть находится, который внутри, внутренний слой нашей кожи, и не вся косметика может правильно и грамотно работать с нашей кожей в силу того, что есть такие молекулы, которые превосходят по размеру наше межклеточное пространство и просто-напросто не могут добраться до внутренних слоев нашей кожи и, соответственно, работают просто поверхностно. Вот как раз Atomy Cell Active, набор и вообще все линии от Atomy, они являются инновационными именно поэтому, что косметика наша работает благодаря низкомолекулярному и высокомолекулярному составу. Она работает не только поверхностно, но и как раз на глубинных слоях кожи и позволяет нашей коже накапливаться. То есть мы говорим, что косметика от Atomy, она имеет накопительный эффект. И так говорится не зря, потому что действительно по факту так оно и есть. Также в составе огромное количество чего? Витамина С, который, вы знаете, является сильнейшим антиоксидантом, который не позволяет уже существующим в нас клеточкам гиалуроновой кислоты, как раз вот эластина и коллагена, разрушаться и вот дает им оставаться вот такими эластичными, наполненными. И вот как раз эта составляющая необходима в косметике с эффектом анти-эйдж. Вот. И поэтому здесь, конечно, в составе мы тоже это имеем. Плюс составляющая, которая есть в косметике Atomy Absolute Cell Active, это пептиды. Это умные белки, которые встраиваются в нашу кожу, да, и они позволяют расслабить наши мышцы. То есть вот от мимики такой агрессивной, когда мы хмурим брови, когда мы удивляемся, да, сморщиваем наш лобик, как раз мышцы расслабляются и не дают сильно сгибаться нашей коже. И это как раз является механическим предотвращением, так сказать, появлению вот тех самых заломов и морщинок, которые нам не нужны совершенно никому из женщин точно. Так вот, друзья, давайте мы с вами еще поговорим о таком моменте. Почему же многоступенчатость компании Atomy приветствуется и вообще в индустрии красоты именно в Южной Корее? Потому что действительно каждое средство продумано настолько тонко, что оно работает с определенным посылом. То есть каждое средство выполняет свою функцию и свое действие. Начнем мы, наверное, с первого нашего составляющего этого набора, который называется тонер. Тонер отличается от европейского тоника тем, что вы можете его использовать совершенно легко, уже нанося непосредственно на руки и затем на лицо, то есть без применения спонжей. Все, что нужно, это взять как раз бутылек тонера, выдавить себе пару капель на ладони и нанести на все лицо похлопывающими движениями и дать немножко ему поработать. Для чего нужен тонер? Давайте разбираться. Тонер — это некий проводник между косметикой и всеми остальными средствами, которые вы будете наносить.
на лицо и вашей коже. После умывания очень сильно нарушается так называемый гидролипидный баланс нашей кожи, по-другому это pH кожи. То есть кожа в соприкосновении с водой нарушается, то есть кислотность наша изменяется, и она становится совершенно невосприимчивой для какого-либо ухода. И вот как раз тонер позволяет нам решить эту проблему. Тонер помогает задержать всю влагу, которая находится в нашей коже, не дает ей сильно испариться, плюс увлажняет, плюс отбеливает, и плюс как раз восстанавливает тот самый pH кожи. И что? Кожа становится просто-напросто восприимчивой, как губка, ко всем остальным последствиям. Следующим этапом ухода, который мы с вами будем наносить уже позже. Вторым предметом в нашем наборе является наша знаменитая голубая ампула. Ампула в составе своем имеет 30% именно технологии Cell Active, которая очень глубоко работает, и это является мощнейшим инструментом в борьбе с пигментацией, с морщинками, да, работает хорошо на осветлении вашей кожи, на лифтинг-эффект, и вот как раз эта ампула вот производит тот самый вау-эффект, от которого женщины, ну, в восторге. То есть вы знаете, что линию татами можно комбинировать, вы можете использовать, допустим, набор гидро и использовать ампулу из набора Cell Active Absolute. Вот, и поэтому это совершенно такие взаимокомбинирующиеся, да, препараты, который вы можете перемешивать между собой. Наносить его очень легко. Вы откручиваете верхнюю часть, то бишь крышечку, и внутри находится уже умная такая пипетка, которая набирает необходимое количество, которое вы выдавливаете себе на тыльную сторону ладони и уже разносите по всему лицу. И при этом здесь стоит отметить, что именно ампулу нужно наносить вот прям точечно, то есть там, где есть у вас какие-то проблемные участки, гиперпигментация у вас есть, где-то заломы глубокие, старайтесь все-таки именно ампулу более глубоко втирать, не так поверхностно, как, допустим, тонер. Мы просто нанесли, похлопали похлопывающими движениями. Если есть где-то какие-то проблемные участки, можно там задержаться и массажными движениями более активно именно ампулу туда втирать, да? Вот. И затем, конечно, уже похлопывающим движением по всему лицу нужно наносить. Но не забывайте, дамы, пожалуйста, наносить, конечно, и на шею, на зону декольте. Все-таки это тоже часть нашего лица. И нужно уже приучаться к уходу не только, да, за основной частью нашего лица, но шея и декольте также показатель молодости, вашей свежести. И поэтому, пожалуйста, все, что вы наносите на лицо, наносим на шею и на декольте. Поверьте, это того стоит. Третьим этапом у нас в данном наборе идет серум, либо сыворотка. Серум работает прекрасно именно на лифтинг-эффект. Серум прекрасно восстанавливает вашу кожу, успокаивает ее. И серум является таким неким средним, да, между кремом и молочком. Серум мы наносим с вами аналогично. Вы выдавливаете себе на ладонь и разносите уже по всему лицу похлопывающими движениями на зону декольте, на шею обязательно. И даете немножечко поработать. Не нужно прям торопиться. Выделите себе, пожалуйста, 10-15 минут на то, чтобы нанести эту косметику, и кожа вам скажет спасибо. Поэтому мы похлопывающими движениями поступенчато наносим каждое средство. Даем немножко коже подышать, впитать, поработать этой косметикой именно с нашей кожей. Следующим у нас этапом именно в этой линии идет лосьон. Лосьон работает прекрасно именно на увлажнение. Это некий жидкий, опять же, крем, который имеет легкую консистенцию. Наносим мы точно так же, открываем и двумя движениями буквально наносим себе на ладони, растираем и наносим на все лицо похлопывающими движениями, не забывая про нашу шею и зону декольте. Лосьон прекрасно работает именно на восстановление гидролипидного баланса вашей кожи, то есть она насыщает ее влагой и восстанавливает. Лосьон обязательный must-have в каждой линии. Следующим этапом у нас идет крем для глаз. Здесь стоит отметить, что в наборе у Atomy Cell Active и во всех линиях нашей косметики, как вы знаете, очень большой объем крема для глаз. Крем для глаз имеет объем 40 мл. Использовать его нужно тоже правильно. Но здесь хочется отметить, чтобы вы его не жалели. Не зря компания придумала такой большой объем и дает возможность вам пользоваться действительно не только вокруг глаз этим кремом, а также наносить тоже на проблемные участки вашей кожи. Почему мы наносим именно этот крем на проблемные участки? Потому что именно крем для глаз
является сильнейшим анти-эйдж и DH эффектом. То есть, что такое анти-эйдж? Борется не только с возникновением морщинок, да, но она также прекрасно справляется с уже существующими глубокими морщинами и помогает нам исправлять и корректировать эти участки. Поэтому крем для глаз мы наносим, как вы знаете, по орбитральной косточке. Орбитральная косточка — это там, где есть косточка, не заходя на мягкое подвижное веко вокруг глаз. То есть мы наносим строго под бровью, идем, да, на скулу переходя, и массажными движениями разносим сначала крем вокруг глаз, и затем похлопывающими движениями обязательно запечатываем крем. И не забываем, конечно, этот крем использовать на проблемные участки. Это может быть зона кисета, там, где очень часто возникает с возрастом у нас гармошка. Это может быть зона вот в шее. Объем как раз нам позволяет пользоваться этим кремом не только вокруг глаз. Поэтому, дамы, имейте в виду, ухаживайте за своими проблемными участками благодаря им, именно этому крему. Ну и заключающим этапом в этом наборе у нас идет Nutrition крем, либо по-другому питательный крем. Здесь все говорит само за себя. Этот крем глубоко питает вашу кожу, питание особенно в зимний период, когда у нас сухой воздух в помещении благодаря отопительным, да, нашим приборам. Нужно обязательно питать вашу кожу вне зависимости от типа вашей кожи. Здесь стоит отметить такой нюанс. Крем для лица уже наносится, конечно, на все лицо, на зону декольте, на шею. И здесь такой момент. Обладательницы жирной, либо склонной к жирности комбинированной кожи, вы можете именно питательный крем оставить только на ночь. То есть достаточно будет днем использовать, как мы говорили, тонер, ампула, серум, лосьон и максимум крем для глаз. И все, на этом остановиться и на ночь уже оставить именно питание. Этого для комбинированного типа кожи, для жирного типа кожи будет, в принципе, днем уже вполне достаточно. Вот. И таким образом, друзья, если вы будете ежедневно, именно нужна здесь последовательность правильная и, конечно, важен момент постоянности. То есть не периодически, а нужно пользоваться этой линией систематически, наносить всю эту красоту и днем, и вечером. Как вы знаете, косметику от Атоми не делится по категориям каким-то строго, да, для комбинированной кожи, для жирной, также не делится на ночную и дневную косметику. У нас косметика интеллектуальная, она очень умная, и она работает там, где нужно и когда нужно. Поэтому весь этот набор, пожалуйста, наносите и днем, и вечером. И тогда уже через неделю, поверьте, об этом говорят огромное количество именно отзывов от реальных клиентов, простых потребителей, которые говорят, что после первой недели применения они видят видимые разительные перемены на своей коже лица. И действительно, кожа приобретает свечение, кожа приобретает такую увлажненность, лощенность, да, именно такое вот ухоженное-ухоженное состояние вашей кожи. Поэтому, конечно, зная об этих нюансах, о том, как работает эта косметика, что она работает глубоко в нашей коже, зная, что из чего состоит эта косметика и какие результаты люди получают, ну, конечно, устоять, ну, просто невозможно именно вот этой линии. Поэтому, друзья, я вам желаю, чтобы вы попробовали именно эту косметику и получили на себе результат. Когда получите результат, столько комплиментов посыпется, что ну просто будет уже невозможно молчать, не рассказать, не поделиться со своим окружением, как вы добились этого эффекта, свечения, молодой, здоровой, насыщенной кожи. И действительно, люди начнут интересоваться уже просто даже без вашей рекомендации, а просто глядя на вас. Спасибо вам огромное, друзья, за внимание. Я желаю вам успехов в процветании с компанией Atomy. Будьте здоровы, друзья, и до новых встреч. Всем пока-пока.